еще можно прочесть. Эй, Сэм, посмотри. Кузница. Здесь делали сабли. Защищайся, пес! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Торговали с другими колониями. Кости лошадей. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой. Что-то здесь нечисто. Что ты думаешь, тут произошло? В смысле? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант – это самый простой вариант. Обычно. Похоже, тут есть какой-то проход. Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения. Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. Эй, смотри, здесь жили семьи. Да, но куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Капитан Эвери, давненько мы вас не видели.
заперто. Конечно. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Эй, Нейт, посмотри! В этой хреновине я бы сфотографировался, если бы у нас была камера. А хочешь, я тебя нарисую? Правда? Да. Тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажали? Как это лицемерно, тюрьма у пиратов. Ну, в любой... В любой компании найдутся мерзавцы. Это все, конечно, здорово. Но как добраться до того большого здания с башней? Сюда, за мной. Эй, Сэм, сюда! Здесь что-то есть. Я сейчас. Ладно, обратно идем другим путем. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри, похоже на схему торгового квартала. Вот наше сокровище, в этой башне. Что они задумали? А вот как мы выберемся. Огромная церковь. Так, порядок. Там внизу виден свет. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Смотри. А, черт. Нас еще не заметили.
Пусть так и будет. Ладно, не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да. А? Что это? Ну что, повеселимся? Все патроны. Это не последний бой. Они ищут нас или сокровища? Сокровища. И нас. Черт, снова наемники. Похоже, Толстарсон был прав. Супер! Наконец-то сорвется! Молодцы, Томми! Они здесь! На ящик! Выходи! Живо! Вроде отбивались. Еще остались? Или это все? Это все! И как? Чего? Запыхался. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно. Значит, нет. Ладно, ладно. Иду.
Нейт, впереди наши друзья. Черт! Ох ты, тут все разваливается. Берегись, ты можешь опрокинуть все здание. А вы занимались таким раньше? Нет, свергали пару людей, грабили деревни. Но такое... Осторожно. Черт, там что-то было. Может, это наш кролик? Видно, что? Ничего, все нормально. Есть там что? Ты меня слышишь? Ладно, не расслабляйтесь. Посторожите, пока босс не появится. Что за... Черт, там что-то мелькнуло. Пока да, но лучше поторопиться. Сюда! Ну, готов? Готов! Сейчас. Давай. Спасибо. Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Huh?
проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Так, теперь что? Верь мне и делай, что говорю. Вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии? Да. Может, и налоги были? Как знать. Тут ничего. И тут не пройти. Посмотри, из чего построено. На это наверняка ушли годы. Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и скромности. Да. Ну, вкус за деньги не купишь. Thank you.
Ни хрена. О, а вот и пропавшую колонию. Хотя бы часть. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде униформа. Будто солдаты. То есть колонисты против солдат? И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровище. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. Ого, впечатляет. Это мягко говоря. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Ничего. Вор. Пусто. Куда все делось? Крутой прикид. Вроде даже форма. Ты был здесь охранником, да? Молодец. Что у них тут стряслось? Кое-что нашел. Удивительно, как оно уцелело. Гора полок, и все пустые. Что это? Секундочку. Старая опись. Много сокровищ. Еще один. Не то.
Эй, Нейт, посмотри. Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Нет. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тью, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта. Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? Так, готов? Так, шаг. Второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты удивлен? Имей комплимент. Вот так. Роскошно выглядит. Простите. Прости, Кондон. Болдридж. Что? Ты наступил на Болдриджа. О, и правда.
Ну? Пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй! Сейчас сглазишь. Упс, рано радовался. Я же говорил. Эй, видишь башню? Конечно. Эй, Сэм! Да! Так, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Поможешь забраться? Конечно. Ну, готов? Готов. Сейчас. Давай. Кто-то нашел. Поберегись. И... Вот это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Не тормози!
Быстро! Надери ему! Сэм! Наваляй ему! Ладно, попробуем еще. Надин, рад тебя видеть. А, все, Манго, Манго. При чем тут Манго? Наша с женой шутка. Всегда такой остроумный? Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Ну, но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Твою мать! Пошел! Достал этот остров! Достал твой брат! И достал ты! Уж нет! Как они это делают? Давай, может, договорим? Держись, я иду. Я сейчас, Сэм. Один! Ты шустрая, но недостаточно. Да, оставь ее. Надо выбираться, пока они... Черт. Эй-эй-эй, давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмюэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты же бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче,
Ну, ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили в Аргентине полгода назад. Это я вытащил Самуэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой, слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь Нет, ошибку! Стой, Господи, Нейт! Эй, Нейт!